Для того, чтобы мне с Фордом легче было жить? Интересно. А где? За воротами? Сейчас я вас встречу. Дядя Володя, вот вам посылка. Я здесь положу. Вы уж заберите, пожалуйста. Вам пригодится для вашего Форда. Все, я пошел. Вот добрый человек. Я думал, что только я добрый. Что такой же, как я приносил, да? Нормально. Вот, ребят, курьер принес мне посылочку. Ну, для облегчения жизни моей и моего Форда. На улице жутко как холодно. Пью вот такой тоник. Довольно-таки вкусный продукт. Ну что, скажу, запаковано на славу. Резал долго. В общем, разрезал. Размотаем. Ух, запупырили. Нюшка, играйся пупырышками. Деко. Меры ящика. Он тяжелый, килограмма 3, наверное, весит. Может быть, 4. Размеры ящика сразу. Так. Высота 28 почти, 28, широта 36, 8 сантиметров. Ну, сейчас вот, не, вот такая, знаете, не у каждой бабы такая. Сейчас я снова себя тонизирую маленько. О, сразу пошло. Тогда открываешь. Ой, тяжелая крышка. Должно быть, в крышке там тоже что-то есть. Сейчас посмотрим. Интересная система. Ой, интересно, девки пляшут. Ребята, вот это мой Форд будет рад вот этим всем. Овш! Ребята, какая красотуля тут. Вообще красотуля. Ух! Такие маленькие эти, такие вообще, как будто для стоматолога. Ага, так. Ух. Ух, ай-яй-яй, и вот еще. А вот здесь, это они вот здесь должны были быть. Вот здесь. Так, даже вот обращаю внимание, что такие есть. И на них написано. Хроме, ванадиум, ЕЛЕ 18. Ну, 18-й. А вот такой у нас тут есть. Это, скорее всего, для этих. Когда вот эти вот вставляете вот сюда. Вот. Ну да. Это именно для них вот крутить. Крутить. Ой, сейчас посмотрим. Посмотрим, сейчас мы. Потому что здесь вот все не такие, а это такой. Красота вообще. Сидят. Хрен достанешь. Вот моя мечта. Мечта моя. Я думаю, что это на 21. Так и есть. Смотрите. На 21. Хром ванадиум. Даже с этой, с резинкой, чтобы свечи выдергивать. И у меня был ключ на 21. Мечта моя. И вот, вот он у меня порвался. И теперь у меня есть новый, не менее интересный ключик. Вот. Тоже можно ключом крутить, только немножко другим, наверное. Ну, в общем, вот так вот. Теперь у меня есть замена. В общем, я сейчас просто покажу вам
немножко свою радость. В общем, здесь позиции 100 с лишним. Вот такие есть биты. Такие биты. Потом, значит, что тут есть? Ну, всякие есть. Такие высокие головки. Вот такие вот такие. И потом вот такие. И главное, что есть вот. Вот именно вот такие моменты, как они там называются, не знаю, ну вот шести эти, такие вот, ну типа вот такие, вот здесь как будто бы, как здесь. И а в форде их навалом. И вот сейчас смотрите, какая вообще вот, это можно ж вообще даже в пробку заливнуть, вот переходнички всякие туда-сюда. Ой, вот это моя мечта, ребят. Вот иногда вот крутишь. Хотелось бы вот как крутить, смотрите, либо рукой крутить, либо вот, вот сюда вставляем вот этот трынь-трынь. Сейчас я вам покажу. Я просто уже пошел бы домой на радостях на своих, а не могу уйти. Вот, я, конечно, домой это возьму. Так, вот. Ну, приятная трещоточка. И вот все это выталкивать, смотрите, здесь работает чик-чик-пык этот. Чик-пык. Вот защелкнулся, не вытаскивается. Вот так вытаскивается, когда нажимаешь. В общем, можно крутить. И вот сюда уже ставим этот, любой из них этих. Ну, кого хотите, вставите. Вот, ставите, например, вот такой. Вот, и все. И поехал. Вот это, об этом я мечтал, что можно отверткой как бы крутить. Потому что, когда крутишь вот этим, без отвертки вот этим, а потом, когда уже легко пошло, только заголовку. А заголовку, ну, я по утрам только держусь. А тут можно уже в любое время, как бы суток. Так, вот этот, о, а этот тяжелый, ребят. Это если что, то ай-яй-яй можно сделать. Непривычно, хотел сказать. Вот когда обычно вот сюда ставишь и крутишь, закручиваешь, а вот сюда откручиваешь, а здесь как бы как у всех, как у всех, здесь по-нормальному, а я привык, чтобы обычно как бы как не по-нормальному было. Ну, такой я человек. Ух ты, переходник какой. Вот здесь вот видите, под руки вот, вот так вот, чтобы крутить, если что, приятно, чтобы была тактильность, ощущать тактильность своего бытия. О, головки какие, смотрите, 21 миллиметр, тоже можно. Кстати, видите, отверстие какое большое. Свечка, я думаю, открутится. Сейчас мы возьмем свечку. Вот свечка. Смотрите, видите, проходит свечка. И вот так, видите, здесь насечка. Вот так можно свечку вкрутить. Приятно будет вкручивать свечку. И ну вот, раз-раз, такой. И можно даже оставить ее, вот оставить головку. Крутил свечку, надел провод и поехал. И будет вот так красиво. Ну, я бы так сделал. Но не буду, потому что это неправильно. В общем, тут чего только нету. Все есть. Теперь будем все. Вот. И, а это я, ребят, это я вот попрямлю тут молоточком, заварю шовчик. И у меня будет уже ключик не дома здесь вот красивый, а я его в мотоцикле буду возить на всякий случай, там, если что, вдруг, ну, как бы свечку выкрутить. Ну, не дай бог, конечно, в дороге это делать. Ну, вообще классно. И вот здесь вот написано, что сколько этих вот, сколько здесь вот, как называются они. Туда-сюда, вот он, вот здесь вот, вот, видите, вот какая эмблема у этой фирмы. Это потому что эмблема, она связана с, именно с инструментом. Но мне нравится, тем более вот 108 предметов сделан Мадеиныч, очень хороший, качественный Мадеиныч. Вот сумка такая, вот смотрите, сейчас я пойду с ней, а вы скажете, похож ли я на этого. Ну, какой-то типа инженер там. А, подождите, ребят, где же это самое? Сейчас. Вот тут. Вот здесь же вот такая штука есть. Специально, чтобы не грюкалось. Это вот не гремело. Вот так.
Так. Все. Давайте. Всем добра, всем пока. Это с вами был я. Этот Бебе, или как это, что написано мне тут. А кстати, вот Беба и Дека. Дека созвучно. Поэтому я пошел. Всем добра, всем пока.